Пись. Загадку решил, стрим упал. Ты будешь смеяться, походу, так и есть. Но это не просто стрим упал, у меня комп в блюскрин ёбнулся. Игра опять решила свалить комп в блюскрин. Охуеть. То есть, я понимаю, она бы сама крэшилась, да? Нет, хуй там. Она валит комп в блюскрин. Ты мне выдержала IQ днище. Слишком большое IQ. Слишком большое ICQ. Бля, заебись. Охуенно. Прохладная история, на самом деле. Да. Как-то, бля. Может быть, DX11 запускать вместо 12? У меня в DX11 запускается. DX12 тормозит пиздец как. Ну, потому что игра сделана отличными разработчиками. Ну, вы понимаете. Тогда в девятке запускать. Можно было бы, запустил бы. Так ведь это говно крэшится, когда пытаешься. Я не шучу, я пробовал. Чего я только не пробовал с этим куском. Шедевром мысли. Джанго. Кусь. Прямо понял, почему Григорел такой, типа, слышь, до этого сохранись. Тут тоже кто-то падал, да? Не, ну теперь понятно, что да, и знаете, что это за этот пазл нам должно дать? Должны дать. Набор цветных карандашей. Мне кажется, это хороший... Хорошая награда. Я пока это говно грузится, секундочку. Стонкс. Сейчас, где? Не понял. Погодите-ка, вы шутите? А, ну понятно. В смысле, бля? Сейчас я покажу вам. Посмотрите на это. Вы это херово видите, потому что, ну, разрешуха говно. Ну, слушай, слишком большая. Но это софтина, которая контролирует мою водянку. Водянку на проце. Эта софтина требует, чтобы ты залогинился. Залогинился, блядь, в нее. До того, как твоя водянка начнет как бы правильно работать. Логин always online. У них упали серваки. Видимо. Can't authenticate user. Блять, какая же это дресня. Подянка, залогинься, слышь, залогинься. Да пиздец. То есть баклаки не смогли сделать автономную хуйню? Да! Они не смогли, типа, а хуля у вас? Нахуя вам водянка, если у вас нет интернета? Ну или наши серваки опять хуй сосут. Блять, уёбки жирные. Ух. Мир Джамбо полон. Да, кстати, вы видели, эта хуйня куда-то проебалась? Так вот, обычно она тут в трее. Её тут сейчас нет. Алло, алло, кам. Кам, блять. Как тебе? Аутентификейт май жопу, пожалуйста. Веди кредо заново, оно их теряет постоянно. Я использую guest mod постоянно. То есть таким... понимаешь, тыкая continue in guest mod, я подразумеваю, что игра, что софтина сохраняет все данные локально. Это, блядь, не так. Это не так. Она все равно куда-то, блядь, идет. Сука. Это такое рукожопие, что просто пиздец.
Никогда не покупайте ничего от этих... От NZXT. Это пиздец. Сука, можно мне, блядь, мою... Можно... Блядь, вот на него, на это говно смотри. А можно так, чтобы у меня просто не перегревался? Алло, спиздяй, блядь. Окей, хорошо, а если логин в social media? Блядь. Зачем водяночки логиниться? Потому что эти долбоебы не могли по-другому, я не знаю, чел. Это единственная софтина, которая умеет рулить водянкой. Естественно, это софтина от этих же, от производителей водянки. От тех же китайцев. Джумшута и Равшана. Пиздец. С каких пор Google Social Media? Не парься, чел. О, смотрите, он зашел! С 4-го раза... С 69-го раза он зашел локальным аккаунтом. Ууу, шит! Давайте проверим, не прибал ли ты настроечки. Also, почему 58%? А, понял, мы инкодим. Нет, стоп, мы инкодим на GPU, алло. Что с тобой не так? Ты проебал мои профили? Да нет, ты не проебал моих профилей. Все хорошо, все нормально. Ладно. Пиздец, говнище. Просто пиздец. О, теперь он в трее. Шикарно. Обновление? Нет, обновление он по-другому... Об обновлениях он по-другому извещает. Это просто хуйня... Окей. Мне кажется, мы упали, потому что мы перегрелись. Потому что у меня перегрелся прос. Почему у меня перегрелся прос? Потому что это хуйня. Эта хуйня выпнула, скорее всего, меня из аккаунта и отказалась, соответственно, рулить водянкой. Алло, Вася, блядь, следующему умнику, которому придет в голову сделать систему контроля охлаждения самого, блядь, критического компонента в компе, то есть, блядь, ёбаного процессора, и следующему чуваку, которому придет в голову сделать такое... только онлайновым, запихните носок ему в рот, пожалуйста. Я не знаю, какой умник до этого додумался. Но, видимо, водянка они делают так же, как программируют, то есть через жопу. Ух, блядь, жопа горит. Ох! Буквально горит, блядь. Ну, хотя бы термозащита работает, то уже неплохо. Три... 2-1. 3. 1-2. Окей, это было довольно просто. О, прикольно. Стену можно было развалить нафиг. Решаем пазлы при помощи гранатомета. Кстати, стелс-гранатомета у нас до сих пор нет. Начался пазл, даже водянка вылогинилась. Блин, я до сих пор в голове не укладывается. Ни у кого, блять, вот ни у кого, да, ни одного разраба в голове. Хотя, я не знаю, скорее всего, это были студенты, да? Ни одного студня, который писал эту прогу за счет, в
голове не возникла мысль: «Ха, а что если человек будет пытаться пытаться охладить свой прот без интернета? Случай, возможно, будет хуёво. Может быть, нужно сделать... понял, хорошо, зачёт будет, окей, нормально. Я пошёл. Пошёл карч кушать». Те самые мелки, а какой эффект? Поменял код на двери. Понимаю. Это тот мост? Да, но это не мост. Это банк, по-моему. Структурно невозможный, кстати. Ну это, конечно, охереть, но что делать-то? О, пивасик, абсент. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Привет, так понял, ты Devils будешь год проходить. Привет, Димаз. Сколько лет, сколько зим. Да. Ты абсолютно прав. А если это говно еще раз завалит мой комп блюскрин, то... 2 лета. Комплект Praxis. Нормально, нормально. Хорошо, хорошо. Это все, что здесь есть? Походу. Понимаю. Не-не-не, 2 лета. 2 лета. Понимаю. Здесь долго отсутствие, я исправлюсь. Да, чел. Все ок. Я тоже очень часто не попадал к себе же на стримы, так что это нормально. Жизнь случается. Стоп, мы это разве не ломали? Масаки Ашира. Угу, виабушник. Понимаю. Джаред? Джаред? Who the fuck is Джаред? Бля, друг, прошу тебя. Так, нам пизда, походу, а? Да, нам пизда. Придется использовать хак. Два Джаред Лето. А, тот Лето, который из Галета? Да, это он. Я связался с представителями Салайфа не за то, что не согласны менять дату. Может, вы или мисс Талвару сможете вернуться в Прагу и присутствовать на встрече, если это возможность, какие-нибудь конкретные указания. Угу, понятно. 25 очков скриптер. Я бы попросил. Я вообще-то там... Нихуем по столу вожу, я на плюсах пока... Не, я рукожоп. Это они знают, это они знают. Игра знает, но не надо же мне за каждый хак это в лицо, так знаете, растирать. Че сразу Григорелл-то? Че, как? О, привет, Грифомакс, ты вернулся. Друг, ты вернулся. О, шит. О, шит! Вот это стильно, вот это мне нравится. Да, о чем мы? Ах, да, мы надели. По бабам пойдем потом. Нам... Чуть карту. Верса Лайф, золотая, ух. Я побился головой об стекло и вернулся. Теперь я новый? Что? Что? Ты уверен? Использовать лифт в корпоративное хранилище. Это тот огромный лифт. Понимаю. Нам буквально, значит, нужно вернуться назад.
Да, я уже говорил, что у меня есть своеобразная слабость к особым в дамских пиджачках. Правда, она была в юбке, а не в брюках. Но и так покатит. Дядь, запрыгни туда, прошу тебя, спасибо. А там что? А, понял. Там водяное охлаждение, которое отключается. Ри! Шлеп. Добрый вечер. The access card worked, Alex. I'm in the elevator, heading down. Janus is good, man. He said security measures prevent wireless communications near the vault, so you and I will lose contact soon. Meaning I'll be on my own from here on in. Just until you enter the VersaLife vault and plug the data rod into their terminal. Janus should be able to contact you directly once it's installed. He had me load a bunch of malware on it. Of course, you have to reach the vault access room and call down the VersaLife vault first. If you're stopped by security... Понимаю. Я, кстати, на работе предложили как альтернативный стек учить Джабу и Котлин. Соболезную. Соболезную. Блин, прикольно. Мы... Да, Димас, у нас так долго занимает прохождение не потому, что я раз в год играю в Deus Ex, а потому что мы чаще всего просто смотрим, рассматриваем 3D-модельки. И офигеваем от того, сколько в них деталей. Also, это цилиндр памяти. Так, что мы можем? Нам нужно купить как можно больше ненужных аугментаций, чтобы разогнать, заоверклосить себя просто в ебеня. Итак, что мы можем купить? Мы можем купить аналог пепса. Нормально, давайте. Шикарно, это охеренно. А это что делает? Так, 350 уже, если что. 350, кто больше? Похож на... Я весь внимание. Титан. Но это мы никогда не будем юзать. Система Тайфун. Вот, Тайфун мы никогда не будем юзать. Прекрасно. Еще Тайфун. Смертельно, не смертельный. Не смертельный. Аннигиляторная пушка! Бля, я не могу так орать. Вернее, я могу так орать, но не ночью. Сегодня какая-то очередная презентация Киберпанка была, я не успел глянуть. Потом было в курсе, кто. Да, мы только что ее смотрели. Ну, как только что. Мы недавно ее смотрели. И там показали, в общем, все преступные группировки в городе. И их там гораздо больше, чем... Как бы все считали. Их там, по-моему, было... Я не считал на пальцах, но их там было штук 6 или 7, или даже 8. Разных группировок. Каждая из них заведует своим таким небольшим райончиком. Чё, пацаны, PS5 бай? Не, мне 3080, пожалуйста. Или 3090. И почку, чтобы продать. Так, сколько у нас уже? Блин, Тайфун! Тайфун не считается... А, да, только эти предблуды... О, блин, мы проебали! О, шит! Все, загружаемся. Какой PS5? 3070. Во, да, вот этот, вот он знает, в чем прикол. И на самом деле, вы можете немножко подождать и купить 2080 Ti за бесценок с рук. Их сейчас начнут продавать просто в панике все. И вы такие, опаньки, а знаете что? 100 рублей и пачка кириешек.
забираю сегодня. Так, окей, значит, нам нужен все-таки еще experimental. Окей, ну, хорошо, купим и тебя. Насквозь пролетает? Угу. 400%! 400% дниви. Эти менюшки не очень удобные. F3 лететь. Окей, лететь, понял. F2 замедление времени. А Пепс-то можно воткнуть куда-нибудь? Пепс? Как тебя воткнуть-то? F1. Не понял. Не понял. Блин, как же это неудобно. Окей. Лететь. Окей, хорошо, лететь давайте будет на что? А, ну как раз на F3 удобно. Относительно. А это на F4 было. Окей, ты будешь у нас на F4. А ты у нас будешь на F1. О, шикарно. Что, простите? Нас глючит за 400%, мы не слышим ничего. How would you know? You're a security guard. And speaking of that, let's get back to it. Понимаю, понимаю, окей. Интересно, интересно. Вряд ли ценник на 280 опустится ниже примерно 30к в рублях. Не знаю. Шикарно. Так, окей, теперь мне просто интересно, какой максимальный градус пиздеца, который мы можем на себя навалить. Нихера себе. А, давайте-ка мы все-таки посмотрим, что там сверху. А, который мы можем на себя навлечь, используя как бы вот этот перегруз. Initiated. Access granted. Четыреста процентов работает прямо как мой проц, когда запустил МХ на максималках. 400% работает как мой проц, когда водянка говорит, что I cannot login, sorry, dude. Have fun. Прикольно. Вы входите в запретную зону. А ладно. И можем выйти в туалет. Кстати, давайте выйдем в туалет. Достаточно энергии. Черт. Давай, давай, тащи его в толкан. Толкан, дядя, 5 секунд осталось. Хорош. Кэфан. Мне нравится, как у нас реально заглючил UI слева сверху. Эта штука все висит. Так, что у вас тут есть-то вообще? Дятлы. Пушку-то надо подобрать, наверное, да? Хранилище Versalife был? Да, мы были там. Мы ходили туда. Мы 3 стрима подряд туда собирались и наконец-то пришли. И это было, кстати, охеренно. В этот момент игра превратилась в... из какого-то фанфика по Deus Ex'у. На самом деле что-то похожее на Deus Ex. Типа...
секунду. Да. Типа после того, ну, как бы с начала игры было такое ощущение, что здесь просто все, что было в предыдущей игре, ничего не значит. А вот это место... Это место, оно как бы связало предыдущую игру и эту. Там... В плане там действующих лиц и действующих корпораций. И ты такой, окей, я понял, все круто. Теперь, почему мне сразу это не сказали? Кстати, по-моему, это хорошее место потестить наш новый пепс. Как вам такая идея? Now, still offline. IT is running a final system F4? Или F2? F4. F3. F3. Нет, F4. Saw something. Stand by. Picked up something. Feel off kilter. А, да взять все, дядя. Клон свой видел там? Нет. Не видел. А надо было? Погоди, что? Клон? Wait, what? Окей, мы идем обратно в хранилище. Блин, дядь, вас бы, конечно, бы отключить на самом деле. Security supervisor. Конечно же, ничего не значит, тут концовок много, да-да-да, да-да-да, именно так, да-да, Где комп-то супервайзера, алло? Можно что-нибудь взломать? Впервые в жизни хочу что-нибудь взломать. Особенно в этой игре. Ну ладно. 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 Ну все, Дженсен, харе играть со шкафчиками. А! Опа, сервер рума. А, ну вот, security. Знаете, я не горю желанием это взламывать, но хрен с ним. Возможно, это отключит там снизу лазеры. Ну там в одном из ящиков лежит клон Дженсона, после чего появилась теория о том, что настоящий Дженсон, ты играешь за клон. Слышал об этом? Теперь да. Спойлер! Ри! Фак! Нет, не видели, кстати, не видели. Мы там вроде все обшарили. Это, скорее всего, в ячейке Версалайфа должно лежать. Если где-то и лежит, то в ячейке Версалайфа. Ну, а туда мы еще вернемся тогда, окей. Серьезно, не заметил. Шлеп. О, прекрасно. А, ну мы могли все захакать, или мы могли просто это все обойти. Понимаю, понимаю, хорошо. Хорошо, игра. Да, анимация, если честно, топорная. Не смотрите, там кибердруг спит. Друг. Just in case somehow you can hear me,
I'm about to call down the Versalite vault, Alex. Да вроде какой-то пасхалки сделали. А я помню... слушай, я помню, что там... После как выхода какого-то DLC к этой игре... Народ начал... Да, там был... Ну как, они изменили... Для этого DLC они изменили один осет. И так казалось, что этот осет был вот где-то в... Где-то в этом, господи, в Волте. И они такие, а, знаете что? А мы оставим. Да, вот, пожалуйста, давайте, типа... Это все теория заговора. Обсуждайте. Ау. Можем прокатиться на лифте? Вообще, можем упасть? А, нет. Упасть-то мы можем. Но это ни к чему не приведет. Обидно. Досадно. Что? Мувик? Janus, can you hear me? Yes. The link is weak, but I can strengthen it. Wait, what are you doing? The data rod contains a seeker program. It's flagging everything it finds on Project Orchid and sending it to me. Wait, that's an audio file. Can I hear it? Hello? Bob, it's Megan. Those Orchid samples you told my new assistant to send to Switzerland? I asked him not to bother you. It's okay. I told him he could. But it's just... I've never heard of this Garm facility before. A recent acquisition. I'll have to take you there someday. That's not necessary. Listen, the changes we made to the Orchid's CAS enzymes, they're incredibly dangerous. Until we perfect the replacement-based fragment, Garm's researchers must keep a neutralizing enzyme on hand. I've read your reports, Megan. I know all about the failures of the CRISPR molecule. I'm even keeping a sample of the neutralizer inside a secure vault in case your research gets corrupted. You are? Trust me, you have nothing to worry about. Thank you. I just wanted to be sure this time. Good night, Bob. Good night, my dear. Megan. Buck. Reed, you seem disappointed. Шлюпка. You joined Versalife shortly before Seraph Industries closed. I assumed you knew. I suppose you know anything about this facility in Switzerland. Garm, I've been digging into it ever since your ex said the name. It was a geological research center until 2025, when Bell Tower Associates bought it. They didn't list it on their balance sheet when they filed for bankruptcy. Yeah. I guess they also forgot to mention the Spec Ops unit that went AWOL. I have to get to Garm. What are you thinking? I'm thinking about the augmented mercs who ambushed us in Dubai. If Paige sent them the Orchid. That's everything. Unless they're storing something physical in there. Either way, I suggest you leave soon. With the vault in that position, you should be able to exit through the shaft. Good luck, Mr. Jensen. And please don't forget the data rod when you leave. Блин, прикольно. Спасибо, что согласились приехать, руководство Полистайда ждет тебя, бла-бла-бла-бла-бла. Компьютер код. Оп. Код 5896КЛ. МО-1БН. Могли бы уж и сделать отсылочку к первому Deus Ex-у. Кот, мяу. Я здесь уже это пошел. Ты знаешь, мне в этой игре больше нравились, честно говоря, локальные истории. Ну, потому что... Давайте будем честными. До... Вот до сейчас... Буквально ни хера практически не происходило. Кинг Боб. Маргарет... Меган Рид. О, шит.
Блин, а тут прямо мог, как раз тебе говорили, есть только хорошее. Болтала с Герри. Конечно, конечно, последний год добился отличных результатов. Гнезищный последствия, конечно, подробно он не рассказывает, но какие вещи ему не говорит. Я думаю, расскажет, как орхидея. Многообещающе. Последние тестирования показывают, что смы практически не накапливаются. Значит, глильная интер... Блять, это ебись с этими сложными буквами. Прекрасно поздравляю. Мощь разрешения снять общее напряжение при работе с... При работе с... Ниже не прокручивается. А, прокручивается. С орхидеей. Спасибо, можешь вернуться к работе. Бла-бла-бла. Никого не игнорирую, вопрос безопасности, эта история еще не закрылась, потому что туда и нужно. У нас там оборудование, очень важное оборудование, необходимо его вывести, пока океан его не... Пока океан его не испортил. Океан его не испортил. Океан его. Бля, мы действительно походу за клона Дженсона играем. Зовите Ретту, она врач, она переведет. Луси передал это дело Элизабет. Угу, только может, возможно, сейчас что-то удастся. Нужно быть крайне осторожным, особенно сейчас, Боб. Центр имени Шеклтона практически готов к открытию. Спасибо. Бля, они явно про нас говорят, они явно говорят про Дженсона. Ну как бы, про настоящего Дженсона. По стимчике. It's a bomb, a bomb. Program initiated. Access granted. Фрагмент для нейтрализации орхидей. Да, они как раз про него и говорили. Janus. Nice. Neutralizing enzyme. Can you hear me? I think I found that neutralizing enzyme Megan and Paige were talking about. We don't have a lot of time, Mr. Jensen. We'll lose contact. No problem, I got this one. I might be able to save a life or two with this, if the orchid shows up again. Запрыгни на ящике возле стены и посмотри в окошко. На ящике возле стены. Вот эти? Вот в это окошечко. Нет, в какое окошечко? Я глупый. Здесь нет окошечек. Только вот это. Крайне видно. Это стекло непрозрачное. Эй, эй! Эй, сова! Что там? Понятно. Туда, да? Тут, да. Ау. Можно как-нибудь стеклышко сделать непрозрачным? Я вижу там два контейнера. Окно в ящике? А, о! Там ничего и никого нет. Здесь тоже ничего и никого нет. Мне кажется, ли Дженсона спиздили? Или может он не в этом ящике? Посмотри, сколько здесь ящиков.
А, ёбаный в рот, ни хуй, блядь, я чуть не испугался. Ой, блядь. Уф. Ебать. Сидишь такой. А погодите, а чё там? О, там чувак. Пиздец. Погодите, это реально Дженсон. Что за... What the fuck? Перекинь на окно Эми гранату. Ща. Погоди, давай посмотрим, есть ли тут еще что-нибудь. Чуваки. Дженсоны есть? А если посмотрю? В общем, да, это просто... Это торс. Торс вообще без ничего. Как бы. Да, и остальные все пустые. Эми гранату. А, интересно, у нас есть эми гранаты? У нас есть. Ой, их есть у нас. Хорошо. Да, это действительно Дженсон. Нихера себе! Обрати внимание. Это действительно Дженсон. Нихуя себе! Охренеть! Окей, то есть, либо мы играем за клона, либо пока... Ну, там, у Дженсона был провал в памяти, за это время они его склонировали. Это, блядь, неожиданность. Ну, блин, слушай, я об этом не знал. Зашибись. Да охренеть! Меня вот что интересует, а мы можем его убить? Нет клона, нет проблем. Да-да, если нет оригинала, то оригиналом становишься ты. Понятно, с ним не прописаны интеракции. Ну, окей. Блин, охереть. Я сам когда узнал, охерел. Реально. Окей, неплохо. Я вообще ожидал, что где-нибудь вот в такой вот, знаете, полупрозрачной этой, через полупрозрачную дырочку... Будет видно какой-нибудь, не знаю, там часть очка. Часть черных очков или еще чего-нибудь. Но так, чтобы просто чел лежал, вот ты такой, вот тут смотри. Смотри, кек тут чел. Прикольно. Окей. Интересно. Это действительно стоило больше той чувихи. Между которой нам пришлось выбирать. Между которой и этим нам пришлось выбирать. Прекрасно. А, стоп, это та инсталляция из DLC предыдущей игры. Понимаю. Что? Это вообще, блин, последний уровень из предыдущей игры. Предпоследний, пардон. Что ж, понимаю. Воу, отставить убивать клона. Не, Лёша должен умереть. Привет, Сайберхиппи. Ты думал, что крабик уже прощёлкал крышнями весь Mankind Divided? Нет, ты что? Мы пока что только... Пока что мы только узнали то, что либо мы клон, либо нас клонировали. И разогнались, зауверклочили себя только до 400%. Нам нужно еще как минимум вот это. Чтобы... Взять все 450. Заебись. А куда сейчас? Опять. Опка.
Не мяу. Я понял! Я понял, где мы, это же остальные ячейки. Вот тут ячейка Пайкос. Да-да-да, точно. Здрасте. Да, вот здесь мы были. Здесь мы узнали, что... сюрприз, медиа пытается создать общественное мнение, которое на самом деле не... Альтерируя факты, фотошопя картинки, пытаются выставить аугментированных, короче, козлами отпущения. А вот еще различные версии, собственно говоря, самой Лизы. Нет, так их не видно. Фонарика в этой игре нет. Блин, то есть сюда... Нас бы все равно сюда при... Возможно бы. Если бы мы не выбрали спасать Чувиху, то нас бы сюда пустили как бы по квесту. Окей, понимаю. Да, вот Bell Tower, который на самом деле... Просто сделал ребрендинг в Tarvos Security после, ну, всего того, что произошло в прошлый раз, в прошлой игре. Also, да, у нас тут немножко кончился инвентарь на этом моменте. И Гарвин Квин, ну, тот, который, помните, который братан. Ланин, любимый персонаж Ланина. Джейнус, да-да-да, блин, офигеть. Окей. Сейчас мне стало... 10 раз более обидно, потому что если бы Сквиниксы не запушили Гавриков, не запушили Эйдос релизить игру раньше, чем... Сильно раньше, чем она была готова. Also Taiyang Medical, кстати, чем мы в него-то не сходили. То игра бы получилась в разы, просто в разы более интересная. Да, вот Taiyang Medical. Вот это из предыдущей игры костюм. По-моему, она улыбается. Костюм архангелов, как они назывались, я не помню. Вот это, собственно говоря, твои чертеж твоих новых аугментаций, который как бы намекает, что все-таки Taiyun Medical что-то сделала с тобой. Если я правильно помню, то Taiyun Medical vs Life это буквально одно и то же. Ну, практически одно и то же. Охуеть. О, это, кстати, не было. Вот что круто, в Деусе постоянно замечаешь что-то новое. А, ну советую заходить. Там... Тут куча всего интересного. И это именно то место, про которое я говорил. Которое связывает... Связывает по сюжету предыдущую игру и эту. То есть, как бы... Ну, знаешь, я могу, наверное, проспойлерить так немножечко, что... Вот все компании, которые... Корпорации, которые играют значимые роли в этой игре, это на самом деле, ну, ребрендженные компании с предыдущей игры. Ну, потому что на предыдущей игре Дженсен им насрал сильно, и им пришлось как-то выкручиваться. А выкрутиться как? Ну, закрыть компанию и назвать ее по новой. Хы. Открыть новую. Типа... Oldest trick in a book. In e-book. Здрасте. That's my biggest fan. Да. Miller, it's Jensen. I've got a lead on the augmented mercs who ambushed us in Dubai. You're supposed to be investigating the train station attack. Just hear me out. There's a research facility. Not like this, you don't. I'm en route to Prague now. She'll be landing at Chicane's helipad any minute. I'll hear you out there. Miller out. Adam, it's Delara. I managed to find out some information on the Marchenko guy you asked me to look into. What'd you get? Well, for starters, he wasn't always Victor Marchenko. He... Shit. I have to go. My appointment just showed up. I sent what I found to your email. Hope it helps. Thanks, Delara. I'll check it out. Master kisses as a... Jensen, you still got that calibrator on you? If you do, man, I'm ready to optimize that crazy system of yours. I got everything I need now to fix you up real good. You mean the way you fixed me up last time? No, no, no. This is gonna be different, huh? On Vaclav's honor. Just get to the lab and you'll see. Okay, починка с Колином.
Один уже показывал очередной раз страшных проституток местных. В смысле страшных? Они... Stunning and Brave. И все такое. Нет, не показывал. Пойдемте их навестим. Это вроде здесь. Ай, блядь. Вот это первое, вот это второе. Второе. Не знаю. О, вот это наша. Это Зинаида Петровна. Это шедевр. Это лучшее. Хорошей женщины должно быть много. У нее даже целлюлитные складки с физической анимацией. С физикой. Господи. Тот сидел это и моделировал. Как мне его жаль. I'm Garrus Vakarian, this is my favorite place on Citadel. Whoa. Я командир Шепард. Shiny. Это мой любимый шоп на Цитадели. А ну нах, я думал, тебе может что-то продать. Уже какой раз. Окей, хорошо. Олсу на самом... Да, и на самом деле красивые фотки, вот они. А пока мы рассматриваем вот это, у меня вопрос. Где... Кто-нибудь знает, в каком месте был бы чувак, если бы мы выбрали спасать его сестру, дочку, неважно. Можем ли мы прийти на это место и посмотреть, что от них осталось? Меня вот что интересует. Он что-то говорил про церковь машины. Я, кажется, знаю, где это было то место, единственное место, которое нас не пустили. На самой первой карте. Так. Здрасте. Мы тут это. What the fuck? What the fuck что? Ау. Нас немножко коротит иногда, это нормально. Fuck off out of here. А вы приветливые. Это слишком сложный вопрос, понимаю. Понимаю, дядька. Ну что, нам покажут? Покажут ту женщину с ребенком, которые уже 10-й день катаются на этом, в одном и том же поезде. Я видела тут двух дев оголенных. Что, серьезно, где? Покажи. Я бы сам не прочь посмотреть. А, в смысле, нет. Ни в коем случае. Адам, это Ария. I just heard what happened. God, right outside your apartment? What happened outside my apartment? Someone got all their implants torn out. Was left to bleed to death in the alley. When I first heard where it was, I thought... I'm fine, Aria. It wasn't me. Be careful going home. It's not the first one of these I've heard about. В смысле, еще раз? Так, мы теперь знаем, кто это сделал. Мы с прошлого квеста знаем, кто это сделал. Мы в курсе. Мы тут. Номад Станик. Здорово, чувак. You. I trusted you. Go away. What happened, Mr. Stanek? What happened? They put her in a machine with a dozen other poor augmented people, and they did their ascension. There was a low rumbling sound, flickering lights, and then darkness. Nothing. She's gone. They're all gone. I can feel it. I'm sorry. I'm sorry. Meaningless. You could have done something, but you did nothing. You have to live with that. I did all I could. At least I have that. What do you have? Nothing. У меня what do you have? Nothing. I have this candy bar. Бля.
Так, у нас, короче, что-то опять случилось рядом с квартирой. Походу, это кошачная девушка вернулась. Помните, да, эту девушку, которая потеряла свою свою воображаемую кошку, которая за нами следила. То есть, походу, мы этот квест не провалили. Интересно. Тем временем, здрасте. Чё у вас тут? Чарчер за машин год. What the fuck? Так, за это должны дать ачивку. За это явно должны дать ачивку. Мы здесь надолго. Квест с убийцей уже стартанули. Квест с убийцей мы стартанули в прошлый раз. На прошлом стриме. И, по-моему, мы его якобы зафейлили. Там мины, кстати. Дай! Да, мы повременим пока идти к Колеру, чтобы узнать, насколько мы можем реально перегрузить свою систему. Так, окей, это вообще летит назад. Понимаю, дядя. Понимаю. Мы здесь надолго, я вас предупреждаю. Да, мы можем щитрить. А, черт. Сейчас, не волнуйтесь, у меня есть план, не волнуйтесь. Сейчас все будет. Мы будем данкать, как я делал, когда был маленьким. Так, еще нужно говна. Нет, это говно взорвется. Нужно не взрывающееся говно. А помню, когда ты играл в ВТМБ, сидел и... Да, мы... На самом деле не так долго, там гораздо проще было попасть в корзину. Ой. И за это там, по-моему, даже активировали какую-то пасхалку. Блять, заберись. Сейчас. Возьми. Да, блять. Это игра нас троллит. Алло, не понял. Слышь? Эй, уёба. Давай. Да, блять. Адам Джордан. Блин, давай. Давай, дядька, ты можешь. Я верю в тебя. Еее! Дали ачивку, болти! Да! О, да! О, да! Стоило того. 100%. Хера, у вас тут, конечно, генераторов. Also, осколочные мины. Вы не хотите попасть на одну из таких? Щет. Anyway. Просто валяются блейды серваков. Нормально. О, шит. Мысли. А нам сюда нельзя, да?
Shut your mouth, Clank. Got it for you, Clank. Violating our rights to religious communion, Fletcher. Shut your mouth, or I'll shut the door, you clank. Thank. Мездат, понимаю. Хера себе, у вас тут, конечно, электрики. Она абсолютно бесполезна, но их ее реально до хера. Чё себе? Хера себе? Так, Акзут, Акзут, мы что, у тебя дома? Саня, Сань, приберись в гнезде. Ну вот что это такое? Что это за вайринг? Даже черт ногу сломит. Кстати, серверная у нас на работе выглядит примерно вот так вот. Да, вот так вот. Примерно так вот она и выглядит. О, да. Тут котов нет? Не, коты убежали. Там та маньячка из предыдущего квеста. Их ищет. Кошек. Котеек. Да, гребаные культисты. Ебать. Здрасте. Я надеюсь, я вам не помешал? Здрасте. Что? Окей. Ну, огонь на самом деле не так работает, ну ладно. Понял, все, больше не буду доебываться, только не пиздите меня током. Пожалуйста. Окей, нам нельзя взламывать, иначе эта штука нас палит. Можем ее, конечно, вынести, но зачем? Это как бы остатки квеста. Больше они нам не понадобятся. Я думаю. Блин. Шлеп. Больше здесь ничего нет. На самом деле интересно узнать продолжение этого квеста с кошатницей. Они не просто так дали вам возможность растянуть этот квест на две части. Не специально явно дали вам возможность посмотреть, ну, самому дойти до того, что на самом деле это кошатница была. Здрасте. А, да. Понимаю. Ага, пройти не можно. И этот дядька нас, и этот дядька нас тут это сделает нам шпилевили, если мы попробуем пройти. Понимаю. Но на каждую хитрую жопу у нас есть свой Адам Дженсен с левой резьбой на 18. Че это? Дагмар пала, да хрен с тобой, Дагмар. Ищет свою киську. Друг. Можем ли мы отсюда запрыгнуть наверх? Можем. Можем и не прыгать. Можем просто... Опа! Ай, блядь. Садись. О.
Найс. Так, там что? Там ничего нет. Понимаю. How can you side with these fleshers? Get away from me. Здравствуйте. А чем... хватит бить меня током. Ри. Что? Это трупаки? А ну-ка. Гарбич. Трупаки где? Так, окей. Это интересно. Что это вообще? Выглядит как задняя часть головы. Это реально, походу, глобус, на который натянули сову. Понимаю. Т4. Окей. Группа Григорел, вот. На которую натянули Лолю. Не, тогда бы он ругался. Ругался бы и махал ручками. Да, это реально трупешники сектантов. Познакомьтесь. Их всех нахер поджарили. Что это? Сука, представил себе, это я ору, как сучка. Беги, друг. Жить тебе осталось 3, 2, 1. Ага, Элистон Стенкова. Понятно, это вот она была. Мы, помнится, ее имейлы как-то читали. Блин, она неплохо так выглядит. Ебать ковырять. Уверен, что... Ладно, понимаю. Сразу бахнем стоп-черв. Смена кода. Чувак. Прекращение и нарушение авторских прав на название нашей церкви. Понимаю. О, Виктор Марченко. Да, сестра, все получится, обещаем использовать их ради благой цели. Окей, значит, она делает взрывчатку. Ты где? Последний вопрос есть с местным представителем Министерства военных дел. Получен код 1111. Понимаю. Да, она делает взрывчатку. Именно поэтому здесь куча С4. Ай, блядь. Еще один нейропозин, очень нужно. А где, собственно говоря, сама мадмуазель? Как бы, одно место пустое. Где сама мадмуазель Станик? Давайте попробуем. Помогите Дниве найти мадмуазель. Круглый злобный матерящийся шарик? Я что-то как-то ее не вижу. Эй, запрыгни. Спасибо. Туда нельзя, что ли, никак подняться? Простите, пожалуйста. Простите, извините. Я надеюсь, я вам не помешал отвисать. Здрасте. Я тут так проходом, проездом, пропрыгом. Ах ты, чё мы паримся? У нас же есть... У нас же есть читерная способность. Хе-хе-хе-хе.
Так, погодите, их можно таким образом снять? Окей, мы здесь надолго, Ребзи. Мы здесь надолго. Мы снимаем их всех. Нам дали праксис, прикольно. Еще это значит можно... МБ где-то там висит, сейчас мы это узнаем. Так, окей, еще одно приращение. Это максимальный. Максимальный будет. Купить. Да-да. 450. У-ху! Максимальный уровень звездеца. Максимальный. Посейв? Ебать! А! Пиздец накрыло! Ебать! Пиздец, все! А! Что? Так, погодите. Почему бы нам действительно не ебнуть по ним пепсом? F-интерфейс? Да! Интерфейс сломался. Прекрасно. Ай, блядь. Я не могу открыть инвентарь. Интерфейс сломался. Мы ничего не можем сделать. О, шит. Да-да, мы сейчас устроим Raining Man. Погодите. Сейчас только UI восстановится. Все будет. Kohler, what happened? Jensen? You okay, man? Something shut down inside me. I think I just lost an aug. Didn't balance. Что? Мы факапнули? Что? Как? У нас перегорел одна из наших аугментаций. Охереть! Я никогда не видел ни у кого, чтобы такое происходило. Your system, did you? A man can't overclock ad infinitum. Not without proper calibration. You should be thankful you're still alive. What has happened? А что делать-то? А что теперь делать с этим? Случился взлом жопы? Не, ну как бы это абсолютно бесполезная шняга. Лазерный отслеживатель. Но, типа, офигеть. Реально круто. Я уверен, эту механику практически никто не видел в этой игре. Потому что вряд ли кто-то оверклочил себя на 450, блядь, процентов. Минус способность. Да, а что теперь с этим делать? С этим жить теперь? Типа, все? Может быть, нам инфа что-нибудь скажет? Программа бомба. Не-не, открытие новых аугментаций. Это не то. Ремонт вуаля? А где ремонт? Да ладно, все равно бесполезно хуйня отрубилась. Блин, офигеть. Вот это круто. Вот это реально круто. Обалденно. Эй, не понял. Мы что, в ловушке? Мы в ловушке. Ребзи, мы попались. Все, мы отсюда не выходим. Мы застряли. Отсюда не выйти. Буквально. Ай, блядь. Так, ну что ж, устраиваем It's Raining Man. Как машина хатова здесь что-то столила, значит, так уж и нужно было. Ага. Так, теперь у меня такой вопрос. А мы можем как-нибудь сделать так, чтобы у нас свалились все аугментации? Скорее всего, нет. Потому что мы банально не сможем довести до такого состояния себя же. Окей. Давайте сделаем hard save. И it's raining, man. Аллилуйя, ну чё-то как-то антиклиматично. Е-е-е.
Это все сектанты. Это все сектанты. А, вот она. Мы ее нашли. Станик, мы ее нашли. Давайте отнесем ее чуваку. Погодите, мы не можем ее тащить. Мы не можем ее тащить. Ну так нечестно. Они же свалились. Почему мы не можем ее тащить? Да, мы действительно не можем ее тащить. Она не физический объект. Прости, теть. Мы бы отнесли тебя к папе. Программа Бридж. Вопрос так в том, рандомно ли эту способность выбрали или заскриптовано? Мне кажется, что заскриптовано. Почему-то. Да, я уверен, что если мы придем к Колину, он скажет, что типа можно за маленькую плату это все обратно вернуть. Но мы как раз скоро к нему пойдем. Все, мы сняли, разобрали эту новогоднюю елку из трупаков. Уии. Шлеп. А! Чекни Ласт. Арт в Дискорде Ласт сделал охуенно. Ласт всегда все делает охуенно. Когда он не делает что-то охуенно, он делает это просто охерительно охеренно. Сейчас чекнем. Давайте. Хорошая идея. Давайте чекнем, что там Ласт скинул. А, я не в Дисе. Я в жопе. Also, это Кибер Сейлор Мун, да. Эй. Кибер Сейлор Мун, да. Окей, где Ласти? Где еще Ласти скинул? Ну-ка. Ну-ка. А ну-ка. Требование киберпанка. Заебись. Где Ласти? Where is Ласты? Это шикарно. Кибержабка. Хорош, дядька. Хорош. Найс. Идеально. Обязательно добавлю это в БТТВ. Обязательно. Хорош. Блин, глаз смазался. Это просто нечто. Ласти, я же тебе скидывал как-то хай-рез версию друга. PSD-шку. Если у тебя ее нет, я могу тебе скинуть ее еще раз. Теперь у нас два друга. Киберкрабик и кибержабка. Anyway, жаль, что эту чувиху нельзя оттащить. Жаль, что ее нельзя оттащить, мы притащили ее к бате, но, видимо, нет. Так что пойдемте. Пошли отсюда нахер. Нахуй. А мы сквозь это пройдем или мы упадем? О, понимаю. А ладно. Керарахир. Чувак, я видел, что там с твоей чувихой произошло. Горяченькая штучка. Да, и что-то мне подсказывает, что если бы мы выбрали этот квест, то мы бы узнали, в чем там прикол, почему они... Скорее всего, они переносят свои сознания в виртуальный мир, скажем так. Скорее всего. Но это так выглядело. Как будто они собирают все свое сознание в один такой коллективный разум. Коллективный киберразум. Но, типа, мы это проебали. И это был наш выбор. Я окей с этим. Бля, Петрович, там говорят, кошака убили. В смысле everything we could? Чувак, ты даже бухач не выпил, который мы тебе 10 лет назад оставляли. Ах ты негодяй. Опять у нашего наших апартаментов, да? Нет, здесь мы уже были. Это уже... Ай, блядь. Простите, я порвал.
Простите, я порвал, да? Ничего, простите, окей. Я ее не нашел. Мне в маленьком разрешении anyway проще, но... Ты не прочитал главное, почему я это затеял. Смайлик называется Фругорел. Фругорел? Но ведь он не фруктовый. Или фрупот, имеется в виду фрустрация. Окей, пойдемте наведаемся к чувихе. Пойдемте наведаемся к чувихе в... А сначала продадим говно. Этот дядя обзывает нас... Обзывает нас чуваком на П. Осуждаем. Ты сундруха забыл. Ааа, сундрух! Продать. Слава богу, менеджмента инвентаря в этой игре очень мало. Потому что он сосет большую жопу. Большую жопищу. Каким-то образом у них получилось сделать из инвентаря менеджмента предыдущей игры еще более сратый. Я не знаю, может нужно играть на контроллере, чтобы понять. Понять и простить. Патроны Тесла. Никогда не пользуемся Теслой. Зачем нам нахер Тесла? Прицелы оставим. Так, тебя продадим, тебя продадим. Я смысл винтовку нахер продать? Нет, ты что, это же офигенная винтовка, которая стреляет только, только патронами, которые на... которые нам не сделать. Хнык. Эми винтовка. На ее место что-то надо. А что нам надо на ее место, мы сейчас увидим. Посмотрим. Может, может. Так, где... В принципе, все, что нам нужно, у нас есть. Можно продать кучу бухача. Ну, и это так тоже. Почему бы нет? Освободить немножко местечко. В принципе, да, бухач нам особо не нужен. Адам Дженсен подшился. Просто взял и под... Нет, это не надо продавать. Взял и подшился. Оставил всего лишь 6 бутылок. 6 бутылок абсента и... И 10... 16 банок вина. Бутылок вина. Боже. Get out of here, then. I'm good for now. Блядские юбки. Блядские уёбки. Привет, Махмуд. Доброго... Доброй ночищи. Уах. Biofills, painkillers, right over there. Не-не-не. Taz is the man. А, стоп, у него же был Praxis. Чё мы? Biofills, painkillers... Чё мы как лохи? У него же... Он... Он же вроде бы... Ай! Он же вроде бы Praxis'ами торговал, точно. Это шприцы? Что? Я что-то проебался? Да, походу, я проебался. Да, я проебался. Все, отставить, отставить. Дениве перепутал кого-то. Get out of here, then. I'll be on my way. Fuck off, then. Хороший чувак. Хорошо продает, умеет. Умеет найти правильный подход к покупателю. Да, вот это место чувихи. Это место чувихи, у которой биполяр очка. Она немножко... Немножко помешана на котах. На кошках. Точнее. Немножко помешана на кошках и... Блин. Ай. Вот это вот ее кошка. Starlight. Вот она. Ее комп мы недавно взломали. Да. Дарья мышка. Ну вы поняли, да? Мышка помешана на кошках. А еще почему-то у нее стоит... Стоп, не понял. Да, у нее стоит телескоп, который направлен на нашу дверь. Типа,
Да, на самом деле у нее нет никаких кошек. Это у нее просто крыша поехала. Ну, знаете, бывает такое. И фотка моего барсика. Что за помехи? 400% перегруза. У нас слишком много аргументаций. На самом деле... У нас настолько было много аргументаций, что одна нахуй перегорела. Буквально. Все, теперь мы ее пользовать не можем. Я пытаюсь кликать, но слышите, что происходит. То есть мы мамкин оверклокер. Но не очень успешно. Интересно, а тех парней, которых мы сюда нежно складировали, убрали? Да, убрали. Они проснулись такие, йоу, мое, давайте никому об этом не говорить, и ушли. Надо 9000% прокачать. Шидуди. Так, окей. Ай, блядь. У нас есть транквилизатор. О, винтовка. Кстати, транк-винтовка. Интересно. Или обычная винтовка. Транк-винтовка или обычная винтовка. А что перегорело? Скажи, что не член. Только бы не член. Да-да, настолько жестко встал, что теперь всегда на пол шестого, дядя. Загнал в голову фуфых по шине, спалил ядро. Теперь он писается постоянно, и из-за этого у него коротит у него глаз. Да, сыт под себя и в луже падает. В это время делать дела, так что всем хорошего отдыха. Спасибо, что зашел, Астра. Удачи с делами и спокойной ночи. Так, окей. Что у нас еще есть? А, вот чего, точно, Григорел. Я вспомнил, для чего мы это сохраняем. Во, хорошая идея. Так, сейчас. А как инвентарь? Во. Так, вот это, и сайленсеры тоже сбрасываем. Хорошо, красавец, красавчик. Всем нейропозина тоже сбросим, пускай будут. Во, я вспомнил, для чего... Что мы хотим? Мы хотим стелс-гребанный гранатомет. Стелс, мать его, гранатомет. Он тут есть, я не шучу. Что? Слушайтесь. Это же музыка из Гонконга. Синапс. Найс. Из первого Deus Ex'а. Неплохо, неплохо. Шлёп. Шлёп. Окей, moving on. Moving on. Ау. А кого, простите, тут еще раз... Чуть не сказал слово на П. Кого тут еще развалили? А починить можно? А я не знаю. Игра не говорит. Сейчас узнаем. Я бы был вполне окей с тем, что нельзя. I don't like you. Да-да-да. Типа, ты сам решил себе воткнуть такое количество аргументаций, и тебя предупреждали раза три. Если ты все еще... Если ты упрямый, то вот, пожалуйста. Я, кстати, удивлен, как за это ачивку не дали. Здрасте. Вы трубочистка, да? Понимаю. Прочистите мне трубу. Да. Эта дамочка все еще тут стоит. Понимаю. Пойдемте к Колеру. Стелс-гранатомет, так Виталий перепутал поезда, самолеты, и вместо Москвы приехал к Ниве в Тампере. И покусал крабика за крабовые палочки, и теперь Ниве тоже стелсит, как Виталий. Тут реально есть стелс-гранатомет, я не шучу, он стреляет этими. Может стрелять эми-гранатами, он может стрелять газовыми гранатами. Газовые гранаты взрываются сразу и выносят людей бесшумно по УЕ. То есть это буквально, да, это буквально стелс-гранатомет. Олсо, что здесь такое? Почему мы здесь ни разу не были? Или были?
А, были, да-да-да, это задний вход, точно, я забыл. Это вход сзади. Тут где-то был вылез. Вылез из... Выход. Выход из говна. Ай-яй. Блин, вы знаете что? А было бы прикольно, если бы каждый раз, когда... когда вот мы ловим глюки из-за перегруза, было бы прикольно, если бы игра кидала, ну, рандомила. И на рандом у нас могла бы отказать временно или на постоянно. Попробуем снова. Это была Кока-Кола, и это был не я. Если бы игра рандомила и выключала бы нам одну аугментацию на какое-то время. Типа, коротнула, ау. Ща, погодите. Пока вместо ты увлекся и во время развлечения с овцой окончательно сломал свой клинок, то только новый покупать. И хорошо, что мы играем за Зинаиду Петровну, она себе может... Она себе может только ногу сломать. Отстрелив. Отстрелив себе ее же. А потом дав еще себе пизды за это. Потому что нехуй стрелять по ногам. Моды такое могут. Для Deus Ex есть моды? You joking. Окей, видимо, это был не новый, не вторая часть квеста. Это был отголосок, было отголоском предыдущий. Напомните, Ария нам звонила такая же, типа, а, у тебя у апартаментов снова развалили там чувака, и ты такой, а, что, нет, нет, это был не я. В общем, да. Надо будет посмотреть, что это. Кстати, Григорел, у тебя есть Google и куча свободного времени. Квест под названием «История». Сейчас. Сейчас найдем. А семейные нет. Дат калибратор. Нашел, что я намекаю, что я нашел поп-радио. Кей-поп-радио для Deus Ex. Нет, я намекаю на то, чтобы ты посмотрел бы, может ли этот квест продолжаться, тот квест с кошатницей. Я вот, правда, не могу его найти, хоть убей. Жнец. Специальный свидетель Дарья. Во, жнец, SM-10. Side Mission 10. Может ли он продолжаться или не может? Так я много проспал. Жнец не может продолжаться. Доброго вечера. Во, жопанойс, привет. Как раз вовремя. Ты очень много проспал. Ты пропустил... ревил того, что... Офигеть дальность прорисовки, да? Хотите фокус покажу? Смотрите. Смотрите, ща. Видите, есть кулер. Ща он пропадет. Опа! Магия. Вот так же с моей зарплатой происходит. В ночи с пятницы на субботу. Скажи, чем он закончился у тебя, и я отвечу, чем он дальше будет. Закончился он у меня тем, что мы оправдали Джонни. Мы сходили к Джонни. Его оправдали, но выдвинуть кандидатуру кого-то другого не смогли. И тогда тот, вот этот дядька, который сидел в баре, сказал, что типа ты все завалил, ты негодяй, ты я на тебя положился, а ты на меня положил, и все, и ушел бухать. И вот он бухает, он по сей день. Да, жопанойс, ты пропустил самое важное. Ай, блядь, хватит только меня ёбать. Прошу. Ты пропустил самое важное. Мы заоверклочились до 450%. Тут было 450%.
И нас настолько штырнуло, что у нас отрубилась, перегорела аугментация одна. Все, теперь мы не можем отслеживать чуваков, как в Far Cry. Не то, чтобы это было когда-либо нужно здесь, и в Far Cry тоже. А еще ты пропустил тот момент, где мы нашли с наводки Димазы. Нашли клона Адама Дженсона. И разглядели его полностью. Спойлер. В сейфе Versa Life. Ек. Здорово, Колер. Чё как? Shit. Did you hear? Talos Rucker's dead. I heard that somewhere, yeah. Yeah. Pretty cool, right? Now we can get some real progress. He was making us look like wimps. That's a little harsh, isn't it? Rucker didn't deserve what happened to him. Something tells me our politics aren't the same, Jensen. Me, I think this whole martyr thing is exactly what we need. But, let's maybe focus on things we can agree on, huh? Like optimizing that crazy rig of yours. You got a calibrator for me or what? Я помню, у этого квеста вторая часть, она будет потом, квест получится автоматически, но это не точно. Короче, прокачать все будет продолжение. Только не спойлер. Окей. Но это, на самом деле это выглядело так, как будто у нее будет, у этого квеста будет продолжение. Но вот то, что нам позвонила Ария. Ария, да, Ария. И сказала, что типа еще кого-то убили. У наших, ну, рядом с нашей квартирой. Я воспринял это как бы такую намек, знаешь, на то, что, эй, чувак, там сайт, иди еще посмотри. Но там вроде нового ничего не было. Либо мы просто плохо смотрели. Можно еще туда вернуться. This procedure. There won't be any surprises like last time. Last time I was surprised by your crazy tech. But now is totally different. Now I know what's under that hood of yours. And you got me the tool I need. Changes everything. Is this gonna help me get back what I lost? Absolutely. Aww. I'm gonna optimize your rig like it should have been done in the first place. It means more power. Means Jensen 2.0. Sounds pretty good, right? Привет, Кибер-С. Доброй ночищи. Let's do this. Yeah, политика. You really think Rucker was the problem? That his death is somehow gonna make things better for Oggs? I don't think he was the solution. We need a new leader. Someone a little less beardy, McFancy diploma. Someone who's gonna fight, you know? Stand up to some of these bullshit laws. You hear about the Human Restoration Act? Yeah. If the restoration vote passes, I don't know that it's gonna matter very much who the leader is. It's gonna be a government-mandated horror show is what it's gonna be. Men in white coats pulling out augmentations like they are teeth. Anyway, speaking of medical horrors, you ready for me to fix you or what? Хуя себе, чел, ты обнадеживающий. Ты умеешь обнадежить пациента, молодчинка. Speaking of medical horrors... Будем оперировать, не? Почему у тебя так много киберов, чувствую себя ущемленным? Я не знаю, они сами решили. Я их ни к чему не призываю. Администрация Дневея ответственности за кибернетизацию не несет. Let's do this. Alright. Please tell me this is what a neuroplasticity calibrator looks like. That's the one! Okay, this won't take long, I promise. And don't worry, man, I never screw up two in a row. Spent a lot of time prepping for this one. Just try not to take anything. А почему у меня в попе жжет? That wasn't so bad, right? How do you feel? I feel fine. I feel lighter. I fixed you. Death
to all your limits. Whatever implant you want to activate, you activate. Zero consequences. That sounds pretty good. Thanks, Kohler. I appreciate it. Yeah. Just get out there and make me proud. Go make use of all that cool shit. Cool shit. Fresh out the package. Nice. Кто снимает штаны? Да, штаны снимать. Закрыл глаза, открыл глаза. Такой, а почему у меня в заднице зуд? Ты меня откалибрировал? А что? А, да, откалибрировал. Теперь, короче, используй все свои аргументации и не парься по поводу лимитов. I've done everything I can for you. Да, вернули. Окей, значит, этот квест, значит, служит еще, возвращением аугментаций, которые у вас перегорели. То есть, Димас, возможно, это и на рандом выбирает, какая аугментация перегорает. Что есть охуенно. Что просто обалденно. Вах. Ах, да, у нас еще есть замедление времени. Блин, на самом деле, я бы, скорее всего, пользовался бы почаще аугментациями. Если бы их можно было бы забиндить на какие-нибудь более удобные кнопки. Пошли на Power Over 9000. Yeah. Steam... What? А, что, простите? Мискузи, вот. Чувак, ты все тут еще лежишь. Давайте его, что ли, отведем. Отнесем его к другу. Друг. Так, мы потеряли друга. А, Камил. Камил. Ага, здесь невидимая стена. Его нельзя туда притащить. Или можно? Нет, нельзя. Окей, понимаю. Понимаю. Шикарно. А, вот здесь была крышка люка, да? Вот тут вот. Вот был здесь. Ну, хорошо знать. Просто банальный зонт убрать. О, щит. Окей, посмотрим на карту. Тут, наверное, по идее, должны были отметить Point of Interest. Если бы произошло второе убийство по квесту кошатницы. Скорее всего, если оно произойдет, оно произойдет после следующей миссии, которая будет, скорее всего, опять же... Ёб твою мать. Скорее всего, опять же, будет полетом... После полета на другую локацию. Понимаю. Ну ладно. Пойдемте заглянем еще к... Дженсену на рабочее место. Та чувиха, которая стопроцентный неподсаженный казачок. Как она? Как ее зовут? Я забыл. Ну, та чувиха, по которой Григорел не смог найти правило 47. 47? 37? Неважно. И в квестах надо тыкнуть. Давай посмотрим. Обычное задание. Не, ничего нет больше. Да, и важных объектов больше нет. Так что ждать. Может, 34? Возможно, 34. Я не знаю. Перхапс. Дебра? Дебра? Дебора? Сейчас посмотрим, как ее зовут. Она послала нам e-mail. Я не знаю, почему Дженсен не может получать e-mail'ы прямо в голову, хотя может получать напрямую телекоммуникацию. Но, видимо... Да, и нас только что опять пытался гопнуть чувак, которого не было. Едешь?
Fuck off out of here. А вы это... И на самом деле я выбрал это метро только ради того, чтобы снова показать вам самых лучших женщин легкого поведения, ну и мужчин тоже. Никакой дискриминации. В Праге. Also, там была какая-то, по-моему... Да, вот там была штука, в которой мы... А, мы туда забирались, все хорошо. Шикарно. Да. Во-первых, вот. Не, это не очень. О, вот это. Пока Red Crypt нету, мы можем посмотреть. Давайте, парни, быренько. Давайте, один глаз на Стриманс, другой на Кавказ. Вот это Мотоко напоминает. Вот этот Сирена из... Господи, из Бордеров. Но мы здесь не за этим. Это все так. Аматер... игрульки. На самом деле, мы здесь ради вот этих... Вот этой дамы. И вот этого... этого человека. Да. Мы, в общем, ради этих двоих тут. 10 секунд полет нормальный, большинство хватит. Ну, все нормально, я по себе сужу. Да, Погодите, а где Task Force? А, чуть дальше. Ну, блядь, опять дрочить. Прости. Я проспонсирую тебе салфетки. Моя вина, прости. Мы, кстати, не можем прыгать, пока едем на лифте вниз. Hey, Adam. I heard about Rucker. That's terrible. Damn. Да, это мы уже слышали. Да, Делара она. Делара, точно. Делара. После вот этого, вот психотерапевт. He said he went to Gollum, sir. Probably some nut. Оба! Adam, I'm glad you came back. Ты свалился с потолка. Здорово! I can't thank you enough for agreeing to help out with Black. I just have the worst feeling that he's gotten in over his head. Блин, какая она все-таки милашка. Но с сюрпризом. В смысле, you get a feeling that... Well, extend me the same professional courtesy then. В смысле, она боится за то, что он влез в что-то, вляпался в что-то. Прости, чувиха, но... Но у меня для тебя новости. Его нахер убили, запихнули ему в жопу красный каблук, а в рот дохлую крысу. You know my door's always open. Except, of course, when it's not. Your door? You mean back door? Ладно, все, пойдем. Где там наш там, да, офис? Блес не в те штаны. Отличный перевод. Аук хир. Эй. Вот дерьмище. Don't give a shit. Так, машинка из Детройта.
И... чего еще? Хлопья. Понимаю. Здравствуйте, Адам. Я сделал несколько звонков, и теперь, мне кажется, знаю, почему через А-Линк на Виктора Маченко ничего не нашлось. Он не пользовался этим именем, когда пробовал в комплексе утилек. Он называл себя Виктором Мельником. Мельником много есть чего после 2027-го. В основном записи полиции в комплексе утилек. Судя по всему, он справился... противлялась полиции, когда та выполняла обычную проверку документов, допрашивала подозрительных личностей и подозрительный товар в жилых секторах. Правда, как по мне, все было единой жалобой описано очень скупо, и там трудно определить, кто виноват больше. То есть подумать, его фамилия и правда Мельник, зачем представляться вам как Марченко? Предположим, что он на самом деле Марченко и решил после 2007 года называться Мельником. Почему дать уважение кому-то еще? Я провел перекрестную проверку двух фамилий, и вышло, что Алиса Маратовна. Алиса Маратовна Марченко. Понимаю. 12, не в тот чат. Не-не-не-не-не, теперь объясни, что это значит. Так. Не, не пойдет. Тебя никто за язык не тянул. У тебя длиннее, явно. Положительно агент русской разведки, живший в украинском городке Харьков. Примерно во время революции 2014 года. Ее девичья фамилия была Мельник. Разведка США считает, что она могла годами тайно рекрутировать диссидентов и сеять на Восточной Украине зерна пророссийских настроений. В 2021 она вышла замуж за Виктора Марченко и после этого переехала в Белгород. Незадолго до инцидента исчезла вместе с мужем и детьми. Дело в том, что Виктор Марченко, с которым она вышла замуж, на момент их пропажи не был аугментирован. Так что не знаю, этот ли этот человек или нет. В общем, ты нихуя не нашла. Спасибо за ничего. Доктор Делара. 42. Бля, ты выиграл. Они по стрельбе, дубайское здание, но это мы уже читали. Давайте что ли к Макриди наведаемся, раз уж он тут. Wow. You forget something. А, все, больше ничего. Get back to what you were doing. Last year, the collective shut down London's traffic grid, causing gridlock for hours and preventing life-saving medical transports from getting through. In Chile. They committed massive fraud when they rigged the electronic voting system. Васика. Васика. Так, окей. Миллер, по идее, не приходил в офис, поэтому записка должна все еще лежать. Да, записка все еще лежит. Но мы точно видели в тот раз, что... Печка от AMD, кстати. Мы точно видели в тот раз, что Делара тут что-то ковырялась в компе, а не записку писала. Так что она явно подсадная. А еще она с Мендерлика решится. Перевожу, она 100% подсадная. Ричард Старк? Л.А. Вачковски? Винс Блэк? А, Винс Блэк! Окей. Окей, они добавили сюда имя чувака, которого убили. По нашему квесту. В смысле, смерть которого мы расследовали. Прикольно. Well, here we go. There's something I wanted to talk to you about. Get some sleep. I don't know. I got a bad feeling about it. Как это миссия до конца? А сколько раз вы возвращаетесь в Прагу, скажем так? У нас была дневная Прага, мы улетели, вернулись. Вот сейчас, вот это первый раз, когда мы вернулись в Прагу. Скорее всего, мы полетим еще в этот комплекс, о котором мы недавно узнали. Скорее всего, сейчас полетим. I should go, Mass Effect, да-да-да. Will bang, okay? Pessimistically optimistic. Is that a thing? Билет на поезд. Прикольно. Полезно. Было бы, наверное. Ну вы ничего, не волнуйтесь. Мистер Блэк уже не вернется в свой офис. А можно мне
переехать из... из угла какого-то... Чё это? Из угла каунтертерроризма в свой офис. Подальше. Подождите. Это как раз то, о чем я говорил. Такой, ну ладно, хорошо, это какой-то кибер-пиджачок, но покатит. Это пиджачок и брюки. И хвостик. Но лицо так себе. Да, могло быть и лучше. I don't know. I got a bad feeling about this. This is Eliza Casano. Board directly above. Boink. А, прости, прости, нас спалили. Уходим, уходим. Копы. Стелс. One tiny interruption and you're fucked. Ask him yourself. Rucker's death has got everything on the web jumping. Прагу еще не привели в режим пиздец. О-о-о, интересно. The commuter system in Toronto has been shut down after two trains collided. Так, окей. Никола... Радич Николадзе, мы его... вернее, он умер. Атар Баткавели. Он еще жив. Угу. Пахан-шпион. The classic Diwali structure has two spies, or Pahans, mm-hmm. working for the lieutenant who report directly to the boss, to make sure he stays the boss. Those guys are pretty violent. Pessimistically optimistic. Is that a thing? Дневная Прага. Кек. It's just chatter on top of chatter. Только за пиво нужно, чтобы сделать Дневе Симпаю до состояния... довести... сделать Дневе Симпаю до состояния блаженства. 27. Да, я довольно... Мне много не надо. Я подозревала. Я ну пофетишу на хвосты. I guess это не просто фетиш на хвосты, это фетиш на пиджаки. К тому же еще фетиш на пиджаки, да, причем такие. Ну, это какие-то кибер-пиджаки, нет, именно нужны такие классические пиджачки. Классические пиджачки такие, вот как вот у, вот как у нее. О, ой, и длинная метелочка такая. Прекрасно, прекрасно. О чем мы? Ах, да, антитерроризм. Точно, точно, антитерроризм. Да-да-да. Сколько лет? 27 это до хера. В смысле до хера? А, ну окей. Понял, принял. Окей, пускай будет до хера. Don't you fucking uvu me. I don't want any trouble. Don't you fucking uvu me. Так, ладно. Ну, мне кажется, у нас не осталось больше никаких... Никакой... Ничего, кроме того, чтобы свалить отсюда нахуй. Ай, господи, ну и про лаги. Ух, как хорошо. Я должен после боля так, чтобы Ланин стал ябушником 27. Я догадывался. Догадывался. Блин. Вот на этом я полетал. Реально круто. The Hulk. Ястреб. Хорош. Не понял. А это здесь зачем? Погодите, что?
Ясно, мы влезли в апартаменты Шакина. Тот, который Шакин О'Нил. Ну, вы поняли. Реально какие-то пимповские одежды. Так, окей, хорошо, хорошо, дядь, хорошо. А что у тебя еще есть? Абсент. Деталь для сборки. Ясно, ты офигенный пилот. Мы это поняли. Окей. Да, Шакейн. Это его место. И, естественно, мы его обнесем. Дробовик! Хорош. Да, здесь есть, по-моему, автоматический дробовик. Поэтому этот, который прост... А, стоп, может это... Изучить. Widowmaker. Military Arms of Astrava. Nice. Widowmaker TX, будучи более легким и универсальным, по-прежнему характеризуется большим поражением и разрушением мощностью. Угу. Перезарядка компенсируется высокой убойной силой. То есть это автоматический дробовик. Понимаю. Умеет стрелять. Можно модифицировать, чтобы он умел стрелять эми патронами и очередями. Стоп, он может палить дуплетом? Время для хекта-челленджа. Ищи, дуди. Знаете, мы его оставим пока что. Да, пускай полежит. Даже возьмем его. Мы не можем его взять, к несчастью. Потому что здесь нельзя брать оружие в руки. Знаете, мне кажется, я знаю пароль к его компу. Этот пароль The Havk. Ня! Блять, понимаю. Понимаю. Видимо, не угадал. Но было бы логично, что он нас взял бы себе пароль. Как его лучший... В пароль, вернее, название его лучшего этого. Блять, мы серьезно, блять, да? Вы серьезно? Выйти. Да-да-да. Арбуз, KFC, лутинг, блядь, друг. Осуждаем нахер. Баскетбол. Майкл Джордан, да-да-да. Именно оно, дядька. Аномалия детектед. Трейс программ инициатед. Аксесс денайд. Бля. Вообще было забавно, если так будет. Окей, я не против окта-челленджа на самом деле. Хекта-челленджа, пардон. Заебись. Понимаю. Понимаю. Понимаю, дядька. А, тут там может быть его пароль, кстати, да, точно. А что под ним лежит? Такое виднеется. Там что-то под этим лежит. Ну-ка. Ну, что там такое? Что там такое? Ну-ка. Интересно. Да, мультитулы как в первой игре. Как в оригинальном Deus Ex. Прекрасно. Так, мне сказали, что вы не очень часто бываете в офисе, я надеюсь, бла-бла, она доебывается до него осмотром. Чувак, что с тобой вчера случилось? Какой-то срочный вызов, все, типа того, в полночь клянулся, вокруг тебя нет, никто не видел, кто ушел. Почему к тому времени уже пришло и набралось, бла, видел сумму счета. Кстати, а птичка, знаешь, Крюгер уходил на пенсию. Серьезно, может, пожалуйста, расскажите на вас в кредит. Наша учетную запись была в форме пожарной задолженности уже 2 месяца. Что это в третий раз?
Окей, он в долгах. Понимаю. Понимяю. Еще бы ты был против. Как его, как там его зовут? А, его зовут Шакейн. Его зовут Эль Элайас Шакейн. Пишется вот так. Элиас Кхикане. Кхикане. О, шит, окей. Это будет долго. И неприятно. Надо было это раньше сделать, мы можем не успеть. Шит, 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 шит. Пожалуйста, успей, пожалуйста, успей, пожалуйста, успей, пожалуйста, успей, блядь. Не успели. Мы не успели. Еще бы ты был против. Не, ну, блин. Он был другой дробаш. Дробаш получше этого. Аномалия. Trace program initiated. О, теперь успеваем. Параллель нигде нет? Понимаю. Система лазерного наведения. Ты человек немногословный. Я бы тоже буду краток. Я знаю, кто ты. Я знаю, откуда ты. Я знаю, что с тобой было. На твоей душе лежит тяжкий груз. Я могу его снять. Координаты. Предложение действует до полуночи. Чего? Григорел, ты не могу посмотреть, что это за координаты? Просто вбей в Google их. Понимаю. Понимаю. Координаты страшной проститутки, походу. Координаты одной из ее... да. Одного из ее... мест ее общественного пользования, да? Назовем их так. Окей, дядьки, чё вы тут во флите? Чё почём? Время хардсейва, по-моему. You better have a good reason for digging around in Max Dubai investigation. I thought we'd agreed that... Ark is being set up. Someone wants us looking the other way, chasing the obvious target while they prepare their next attack. What? What are you talking about? Come on, Miller, it's too neat. You know as well as I do that Ark didn't hit us in Dubai. Is that so? Who's this someone then, huh? More blank pages? More ghosts? Like the ones you say took out Rucka? I don't know who they are, not yet. But I know where they are. I've traced them to an old bell tower facility in the Swiss Alps. Bell tower? They're just a bad memory. All their assets were sold off more than a year ago. And I'm sure if we look closely at some of the buyers, we'd be staring at a tangle of untraceable shell companies. You're throwing a lot of assumptions around here. What we need is evidence, Jensen. I told you. Did you even meet with Fletcher? Did you look into the evidence you found at the train station like you said you would?
Дорогой, ты туда не ходи, вот координаты, ты сюда ходи, а то толстая страшная проститутка на башка упадет, совсем мертвый будешь. И обкаканный от ужаса. Самая страшная смерть. Итак, так, Григорел печатает. Это Германия, Цюрих. Это район Хохулшен, недалеко от набережной. 4-я улица Шансенстрассен. Что там есть рядом? Первое. Компания-застройщик Картурн АГ. Второе. Транс und Балетшоп Опера. Транс. Понимаю. Какой-то парк, приват Френдхоф, кохне променаде. Какие-то спутник Станденхофен. Угу, понимаю, понимаю. Да, это ближайшее здание. Ну. Не знаю. Максимум, что мне в голову приходит, что это просто отсылка на Гюнтера из первой части. Но это максимум. И это слишком притянуто. Только потому, что Германия. Окей, что мы хотим? Перестраховаться, раскрыть или прерывать? Значит, встреча, скорее всего, назначить либо в опере, либо в парке. Угу. Скорее всего. Скорее всего, в парке. Шаке не такой чувак, который бы стал ходить в оперу. Скажем так, он бы там сильно выделялся. Yeah, and that took me all over town, away from the real doers, just like it was supposed to. So I decided I need to stop blindly following orders and follow my gut instead. Following your gut can sometimes blind you to the details, make you miss things. But I suppose if you've done enough legwork to support it. This bell tower facility. How the hell did you find it? Как ты его нашел? А, понимаете, я просто стою в подпольной организации, которая за вами шпионит. А, то есть, шел, споткнулся и нашел. I reached out to someone, a contact from my Seraph days. He's very good at unearthing the kinds of information people try to keep hidden. I told him what happened in Dubai, gave him access to the information I learned while investigating Ark. He did the rest. Fuck, Jensen. Do you trust this guy? In this instance, yes. Chicane, how are you for fuel? Could use a top-up. Do it. You do this quick and quiet. Recon only. You do not engage. Am I clear? Don't even set foot inside that facility if you see activity. Contact me the minute you have anything. Got it? Yes, sir. I'll loop MacReady in. Get him and the analyst to work up a detailed mobilization plan, if there's anything there. I'm trusting you on this one, Jensen. Don't screw it up. Copy that. You really think this intel your CI provided will bear fruit? I'm sure of it. I gotta admire your confidence, man. You know, despite your obvious aesthetic handicap, maybe you've got some value. Thanks. You ready to go? When we first talked, you told me that your limp kept you honest. That's an interesting way of looking at an injury. Your Григорел, осуждаем. Don't dance around it, just ask it.
I'm only curious. We've all got a story. No, that's not it. What you really want to know is, do I hate him? The man that tore out my knee. His name was Lachlan Beats. He was a laborer. Worked in the mines up near Bendigo before everything went to hell. Beats was a family man who did what he thought he had to do in order to provide for his family. See, back then, nobody could compete with you Oggs when it came to manual labor jobs. So, he made a choice, if you can call it that. And his choice changed your life. You don't resent Beats for what happened? What I resent are the men who coaxed men like him to get augmentations. Men who enforced a system where the rich could buy artificial expertise without thinking about what it would cost all of us in the end. No, I don't resent him. At least not anymore. I was simply in the wrong place at the wrong time. Story of my life. So look, on that sunshiny note, what do you say we put some miles behind us? Hey, when we get to the Alps, we could get into some action. Are you ready for that? Why? Because I've been flying hack for the last few years. That's the thing about us naturals, Jensen. We never rust. Look, I've been doing this a long time. Been in my share of shit, too. Always managed to pull myself out of it. Fair enough. Just don't leave without me. Hey, listen up. I know we're not exactly pals, and I know I can be an asshole. But I'm not a fucking asshole. In fact, I'm offended you'd even say something like that. That's not what I meant. I'm just messing with you, Jensen. You ready? Not quite. Let me take care of some things first. You know where I'll be. Ладно, ребзи, уже 10:30, так что давайте немножко заканчивать потихонечку. Тем более такая удачная... удачная коричневая нота, блять. Ну все, пиздец, это бан. Увидимся в стримах. В стримах на Дискорде. Иди тогда на следующую локацию, чтобы не грузиться. Не-не, я уверен, там будет... Там будет какая-нибудь вступительная кат-сцена. Обязательно будет. Я думал, мы сегодня пройдем, блядь, да-да. Потом Арканом начнем, дядька. А, да, Найтбот сдох. Найтботту сдоху. Нет, никому я дам свою долю. Доля только моя. Простите меня. Меня бэткомедиан укусил. Писька. Да-да. Как-то так. Найтбот сдох второй раз. Здрасте. Also, we fucking dead. А, я понял, почему. Это потому, что Steam пошел обновлять. Steam пошел аплодить сейвы в клауд. Понимаю, понимаю. В общем, да, ребзи, всем спасибо... что за то, что провели вечер на днище. Я чувствую, что прохождение Deus Ex'а близится к концу. Медленно и неумолимо.
но пока еще что-то должно остаться. Anyway, спасибо Филсети, Гранжу, Слайнексу, Григореллу, Димазе, Грифкомиксу, Власти, Сайберхиппи, Астра, Рейти, Махмуду, Жапановизу, Киберэсу, Найтботу, что? Да. И Акзут Петровичу. Спасибо, Ребзи, что вы есть. Без вас я бы скучал. Без вас Крабику было бы очень скучно. Перед тем, как мы уйдем, можем куда-нибудь завалиться. Куда можно завалиться? Давайте завалимся к... К... Let's go, Кагзуту! Слай! И тебе спасибо, друг. По-моему, тебя не было. Ах, да, мы же в блюскрин упали, у меня все проебалось. Ну да, действительно. Да, что-то давно не рейдили дядьку. Давайте зарейдим. Зарейдим доброго бородатого дядю. Давайте, Ребзи, обязательно приходите завтра на стрим. И я кое-что устрою. По крайней мере, попытаюсь кое-что устроить. Так что, приходите на РГГ. Нет. Нет, fuck no. Fuck no. Только не РГГ. Что-то лучше. Что-то... А может быть, что-то лучше РГГ? Хм. Anyway, приходите на днище. Мы всегда вам рады. Давайте, всем другов. Друзья! Сайберхиппи, он не... Он, она, неважно. Они... Она не админ Твича, она ничто. У нее даже не спрашивают теперь ничего. Она была адвайзером. Недолго была, но была. Или он. Неважно, я запутался. И на этой замечательной ноте мы ёбаный в рот. Лёш, ты вовремя. Спасибо большое. За 3 месяца. Здоров, здоров. Ну вот, только думал, не придется менять штаны. Да, типа я спецом? Понимаю, хорош. Я подпрыгнул, блин. Со мной такого давно уже не было. Ух. Еще обкакалось. Ну, фак. Давайте, Ребзи, поехали! Забираемся в батискаф. Уиии!